Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь в конце Адлерской набережной на пляже Огонек. Бархатный сезон в разгаре. Сейчас конец сентября. Я в футболочке, в шортах. И сейчас хочу показать вам пляж Огонек, Южное Взморье, Чайка и Мандарин. То есть поедем сейчас от периферии к центру. Поэтому я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, зовите друзей, берите вкусняшки, отправьте это видео тем, кто любит Сочи, и поставьте мне царского лайкоса, потому что мы начинаем. Итак, бархатный сезон в разгаре. Поедем, посмотрим, как он проходит. Смотрите, пианино какое интересное. Вообще кафе, смотрите, мотоцикл. Проезжаем базу рыбаков. Так, вот подъехал. Приглашают на прогулку. 500 рублей, хотя бы этот себе взяли. Рупор, громкоговоритель. Так, тут рядом аэропорт, и вот так низко здесь самолеты пролетают. Водичка чистая, теплая. Я еще не купался, сейчас приеду на серф-дом и думаю поплыть, взять себе сапсерф, поплыть в чистой воде подальше от берега, покупаться. Так, друзья, ну видим, что бархатный сезон в этом году просто прекраснейший удался, можно сказать, потому что весь сентябрь стоит прекрасная погода, плюс 30. Новый фонтан, ракушка, построили в этом году. Смотрите, как много людей. Также, друзья, хочу вам сообщить, что у меня есть канал в Telegram, куда я публикую информацию в режиме реального времени. Вот перед тем, как снимать ролик, я скинул туда информацию о погоде. Поэтому подписывайтесь. Также у нас есть чат и группа ВКонтакте. В группу ВКонтакте я публикую все видеоролики с YouTube, а в чате общаются туристы, те, кто хочет приехать, узнают, где подешевле, где подороже. Все ссылки будут в описании к ролику. Перейдите, подпишитесь на все ресурсы или на те, которые вам удобны, и будем на связи. Хотел тут заехать, купить самые дешевые фрукты, которые я видел вообще. Виноград там по 100. Очень низкие цены. Смотрите, тут в принципе все работает. Аквапарк. Все функционирует. Да.
Так, вот хотел сюда поехать и показать вам, где вот эти фрукты дешевые продаются. Тут вот такая аллейка. И вот тут есть... Вот смотрите, гранат 190, персики 120, виноград 120. Сейчас куплю себе что-нибудь. А это кто за этот? Печатно делали? Да, видеокамера. Да, я влог снимаю. Ну, просто мне хочется. Хочу что-нибудь купить. Меня не снимай. А хочешь снимай. Мама, героиня нашла. Мои дети увидят, обалдеют. Ты куда потом пускаешь? Привет передай. На YouTube. Ну, давай, ты разверни. Давай, привет передам. Ты меня культурно снимешь? Так. Двое мне в Абхазии. Сейчас меня в Ютубе буду я. Подпишись, мама героиня, привет своим детям. Всем. Мама героиня? Ну да, всем детей воспитала, на ноги поставила. Москва, двое девочки, двое девочки меня в Абхазии замужем, а я сама абхазка, родилась и выросла. Но русский меня взял 14 лет грамотно. Сейчас вы в России живете? Или в Абхазии? По уходу за маму, 88 лет маме. Придется сообразить, как летут меня. Да, переводом можно. Я тебе по 250. 19 внуков. 17 лет правнуку 6. Давай сейчас меня заточкуй. Интересно будет кому-то, да? Хочешь снимать, только сделай все как положено. Ну, напиши, что столько-то внуков, Москва. Давайте сейчас этот, снимем вас. Подожди, а мне что сказать? Я привет всем. Да, вы передайте привет. Кому вы хотите привет передать? Моим детям. Всем вашим детям. Сколько у вас детей? У меня 7. 7 детей? Сколько внуков? 19. Вы поднимаете демографическое, да, демографию 15. России. Да. Вы молодец. Все, вашим детям привет. Моим детям всем, да. Москва, Абхазия. Москва, Абхазия. 19 внуков. Как вас зовут? Зоя Георгиевна. Зоя Георгиевна. Зоя Георгиевна. Вы молодец. Все тогда. Всем привет и передали. Вам удачи, успехов. Смотрите и себя на Ютубе. Здорово. Моя мамочка. Все. Это скоро вот ваша будет... мама, да? Нет. В Абхазии. Я по уходу за маму. Все. Удачи вам. Счастливо. Так. Все. Купил фруктов, в общем, на 400 рублей. И еду дальше.
Я купил гранат, две хурмы, виноград, мандарины и персики. И вроде даже еще сливу положил. Так, и мы подъезжаем к санаторию Южное Взморье. И пляж здесь тоже Южное Взморье. Здесь транзитная зона, пешеходный переход. И вот мы идем пешочком по территории санатория Южное Взморье. Все, я сегодня затарился на 400 рублей, там фруктов мне на несколько дней хватит. Так, сейчас вы видите VIP-зону. VIP-зона санатория Южное Взморье. Как вы видите, погодка шепчет. Погодка сказка. Вот Сережа мчит волосы назад. Искать для вас контент. Надеюсь, вы поддержите. Меня оцените. Поставите лайк или дизлайк, если не понравилось. И напишите, как у вас дела, как настроение, откуда меня смотрите и когда приедете. Мне будет интересно почитать. Смотрите, воздух 30, вода 25. Сказка. Напишите, я почитаю. И мне будет очень интересно. Напишите, как вам ролик. Понравился или нет. Может... хотите подсказать, пожелать. Я считаю, что самый полезный фрукт — это гранат. Почему? Что гранат надо обязательно есть, и я стараюсь его есть почаще. Кстати, здесь есть бесплатные туалеты, лайфхак, если что. Ходите, можно зайти. Вот концерты тут в Южном Взморье проходят. И мы подходим к концу транзитной зоны. Сейчас заканчивается пляж Южное Взморье. Начинается пляж Огонек. И мы сейчас поедем. Едем вдоль пляжа Огонек к Мандарину. В общем, начинается самое интересное. Держитесь покрепче. Сережа за рулем. Итак, пляж Чайка перед вами. Странно, потому что я почему-то ехал в эту сторону, ветер в лицо был. Сейчас еду в обратную, ветер тоже в лицо. Так, вот Сережа мчит волосы назад, искать для вас контент. Накидайте лайков. Я вам сейчас все это самое интересное покажу.
Пляжи полные, как летом. Всегда пишу цитаты: жизнь имеет в точности ту цену, которой мы хотим ее наделить. Многие сейчас не согласятся, они скажут: я не наделял такой ценностью. Нам же всем кажется, что мы хорошие. Что мы имеем высшую ценность, так сказать, или хотим иметь. Но это психология. Если все хорошие, то кто тогда плохой? Люди очень легко себя оправдывают и очень легко обвиняют других в своей голове. Я это по себе заметил. Тем временем мы проезжаем отель «Фламинго». Бассейн под открытым небом в этом отеле имеется. Чайка очень длинный, один из самых длинных, но самый посещаемый, по-моему. Здорово. Аниматор узнал, он тут, можно сказать, мой знакомый. Это золотая рыбка, которая исполнила мне все желания, когда я приехал. Приезжаем в ресторан «Фрегат». Тут детская зона. Проезжаем кафе «Фестивальное», знаменитое, всеми любимое. На него я часто приезжаю проводить стримы. Если вы не были, подпишитесь, чтобы не пропустить это увлекательное зрелище. Так, подъезжаем потихонечку мы к «Мандарину», друзья.
спуск на пляж Чайка. Так, у нас справа бассейн Мандарина платный. Слева Мандарин, такого развлекательный центр. Я думаю, сейчас заехать на пляж Мандарин. Бассейн, смотрите, детский, две, взрослый, 2500. Бунгало, 5000 маленькое, 10000 большое. Проезжаем аквапарк. Поехали на Мандарин, заедем. Так, у нас тут река Мзым, та течет. Здесь бесплатная волейбольная площадочка. Серф-дом тут, кто знает, вот у ребят, у моих друзей. Так, ну тут, я думаю, можем уже пешочком пойти, прогуляться, посмотреть, что тут, как атмосфера. Так, пляж Мандарин, дальше река Мзымта, и на той стороне уже пляж Сочифорния, и там уже Сириус. Вот где бунгало стоят, это коммерческая зона Мандарина. Так, ну что, по людям, вот как видите, люди есть. Хорошо. Сейчас я возьму себе сапсерф и поплыву вон у ребят там на серф-вышке. Так, ну что, друзья, на этом прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов, пусть у вас все получается. Подписывайтесь на мои ресурсы, потому что дальше будет интереснее. Я же желаю всем удачи и хорошего настроения. Пусть у вас все получается. Всем удачи, друзья!